очень-очень много реплик из прошедших 100 лет. Это было время немого кино. Грета Гарбо, Марлен Дитрих, звезды, жизнь, облик и одежда которых были эталоном для подражания. Это как это, ну, что-то вкусненькое покушать, вот такие платья видеть. И дай бог вот таких ходить на сцене. Не так уж часто сейчас это происходит, но у меня сейчас будет спектакль, где я должна буду играть Сару Бернар. И это как раз это время. В прошлом году экспозиция Васильева «Мода викторианской эпохи» за 2 месяца стала самой посещаемой в истории латвийских музеев. Ее посмотрели 25 тысяч человек. Нынешняя выставка продлится до конца октября. Марина Талапина, Эдуард Колик, телекомпания ТВ5. Смотрите во второй части нашей программы сразу после рекламы. Сегодня в Латвии отмечают День дзюдо. Спортсмены вышли на поле, чтобы сыграть в футбол. Почему разгоралась Вита Гелинина? Джуни возвращается вдвое более мягким. Попади точно в 31,31 литра на любой заправке Неста и выигрывай 100 латов на топливо каждый месяц. Главный приз – Toyota Urban Cruiser. Чтобы победить, Джонни готов на все. Неста, сэкономь время, превзойди Джонни.